Ну-ка, что это у нас тут? Небо голубое, солнце, трава, рука, насос, это все мое родное. Это же виртуальные слаймы или слаймовый VR. А это моя рука, которая указывает на то, что я любитель поковыряться в носу. Дай-ка я посмотрю в дуло этого ствола, давно хотел заглянуть. Тьфу ты, бутафория. Пластик паленый, китайский. Ну так, с виду вроде невчёрный пестик. Ничего не передергивается. Да. Ну что, это Slime Rancher VR. Погнали! Бэкст! Он там! Быстрее туда! Эй, Мурза, иди сюда, я тебе сейчас пузо почешу, наконец-то! Как тебя потрогать-то, блин? Воу, проворный какой, между ног пробежал! Подожди, Мурза, дай я тебя пощупаю хотя бы, а? Блин, почему сделали именно вот эту вот ковыряющуюся в носу руку? Сделали бы хотя бы просто ладошку разомкнутую. Мурза, ну давай не вредничай, ну чё? Так, Мурза, ты где? Мурза! Ах ты, Шкода маленькая! Куда ты поскакал? Дай я тебе хотя бы в ухо загляну, что ли? За хвост дерну. Короче, хватит этих нежностей, иди сюда. Надо будет разобраться сейчас с пестиком. Пик, 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 пик. Ага. Так не переключается. Ну на кой черт мне тогда такую руку сделали, блин? Упс. Немножечко пол испачкал. Мурза, у меня для тебя колбаска есть. Смотри, о, пальчик какой вкусный. Откусти его, а, он мне нафиг не сдался. Я только тыкать тебя могу, в ухо могу тебе залезть. Мурзе тоже не нравится мой палец. Нос воротит. Так, Мурза, давай не сыри тут на полу. О, натуральный китикет подъехал. Сейчас мы тебя покормим, Мурзе. А, ты же у нас мясо ест. Правильно, нефиг быть веганом. Решил я тут с Мурзе поиграть, поподкидывать его в потолок. Какой сарам! Слайма пальцем проткнул, ужас какой. А я всего лишь хотел его на ручки поймать. Ладно, короче, это было лирическое отступление. Хорош уже в прихожке тут тереться вместе с Мурзи. Пойдем уже, войдем в нашу лабораторию крутую. О, как здесь круто. Да, лаборатория здесь 2 на 2. Но что поделать, в тесноте да не в обиде. Итак, у нас здесь есть куча игрушек. Вон, например, Юла, пожалуйста. Чтобы слаймом было чем здесь заняться, пока я где-нибудь там тусуюсь. Также у нас есть модуль для разработок, вот он слева, сейчас я к нему подойду. Вот, в нем я обычно делаю всякую лабуду, но сейчас здесь ничего не тыкается. Печалечка. Валим отсюда, эники, пеники, ели вареники, идем сюда. Ура, время приключений. Так, мелкотня, розовый, а ну давай, уматывай сюда, убирай свой розовый пукан. Давай, шуруй. Вот, так, Мурзи. Ты тут за главного остаешься. Игрушку я у тебя отбираю, а то увлечешься. Оу, да. Ну вот мы и вернулись из виртуальной реальности в обычную виртуальную реальность. Звучит замудрено, но это так. У нас с тобой здесь куча дел. Во-первых, нужно прикупить игрушку новенькую. Давай посмотрим, где она у нас, эта игрушечка. Вот он. Робот-пищалка. Сразу покупаем за 200. Опа. Симпотненький робот такой, я тебе скажу. Жалко, только он не умеет двигаться и перемещаться самостоятельно. Ну что, ребята, вот вам игрушка новая. Давай сейчас посмотрим на реакцию их. А, ну как бы... Слушай, ну у тех уже есть игрушка, они как бы по барабану. Давай вот сюда закинем. Ребят. Ау! Тихо-тихо, не бомбите меня. Ну, ничего себе, они вроде там что-то на нем печатают. Ребят, это не принтер, это игруха. Ну, все, сломали игруху. Боже мой, бедный робот. Ну слушай, вроде им нравится. Нравится, ну и все тогда. А, точно, еще же капсулу. Капсулу добавили. Пойдем прикупим капсулу. А че это я туда побежал? Побежали назад, у меня тут телепорт вообще-то в лабораторию есть. Есть же? Где он у меня тут? Блин, как я давно здесь не был. Во, вот это телепорт, да, по-моему? Ну-ка. Точно, угадал. Вспомнил. А где, где капсулу-то купить? Здесь, что ли? О, галактическая модная капсула с джедайским мечом и крутыми лазерными очками. Покупаем. Сейчас... Так, а где ее достать, кстати, можно теперь? Подожди. Ну, наверное, по-любому... О, я никогда не замечал раньше, что при входе в лабораторию здесь каменный смайлик есть. Офигеть. Пряник. Так, значит, по-любому здесь.
Должна быть, да. Вот она, галактическая капсула. О, бабах, плор-то у меня куча. Их розовых не хватает. Я их все просто сбагрил. И дикий мед нужен. Значит, сейчас мы это сделаем. Добудем. Так, а какой у меня из порталов в дикий лес уходит? Вот этот вот, наверное. Точно. Где у меня здесь медовые качалки? Во, вот одна. Достаем. Дикий мед. Также нам еще нужны розовые плорты. Где его? Вот, 35 штук вполне хватит. Спасибо вам, мистер из Теляги. Все, как раз на одну капсулу. Нам этого, в принципе, достаточно. Пойдем ее сейчас разместим. А где? Подожди, я знаешь, куда хочу? Мистов нету, везде куча порталов стоит. Блин. Хоть вот эту капсулу. А, во, здесь еще одно место для капсулы как раз будет. Любопытный. Установить. Ништяк. Значит, берем капсулу. 10 штук нам хватит. И, наверное, мы давай-ка вот сюда пульнем. О, брутальный. Фосфорно-радиоактивный ларго. Мощный тип, вообще прям очень крутой. Так, значит, один здесь у нас будет. Один здесь. Сейчас мы на всех наденем, посмотрим. Да, блин, чуваки, дайте мне на вашего лидера джедайского посмотреть. Чувак, где ты? О, симпотно. Так, один, значит, сюда пойдет. Среди бабочек будет один джедай. Не, давай два будет. Во, вот так, два джедая будут охранять интеллигенцию. Значит, еще одного. Здесь тоже у нас интеллигенты с бабочками. Ну, давай одного, может, переоденем. Вот так. Жалко, конечно, что мы не можем капсулы комбинировать. Чтобы был с бабочкой и с джедайским мечом. Это было бы просто вообще кошерно. И вот сюда. Давай. Двоих здесь сделаем. Угу. Опасные типы, если они еще и бомбанут, так это... Тихо. Опробовал их бомбежку на себе. Так, ну и по одному кинем вот сюда. Блин, надо будет как-нибудь раздобыть чистокровных охотничьих слаймов. И тупо на них кинуть эту капсулу. Будет, наверное, круто. Прикинь, невидимый джедай. Это же вообще огонь. Ну и последнюю капсулу мы вот сюда кинем. Вот так вот. Саблезубый джедай. Огонь! Конечно, огонь. Крутой чел вообще. Два новых предмета мы с тобой посмотрели. Это игрушка и вот эти вот джедайские капсулы. Но, помимо этого, в игру еще добавили одного музыкального слайма. И так как сегодня пятница, да, я снимаю в пятницу, сегодня у слаймов туса! Надо зайти к ним в гости потусить. Ну и где же тусоваться слаймовым тусовщиком, как не в лесу? Так что отправляемся в дикий лес. И сейчас здесь мы будем... А, так вон он, смотри! Вон он где стоит, я его прямо отсюда вижу. Сейчас на своем джетпаке допердем до него. Красавчик. Да, музенчик огонь. Мы походу на пати-то вдвоем. Чела, где твои друганы? Ты что, никого не позвал? Где девчонки? Где напитки? Где стол фуршетный? Только водопадик, да? Пей воду! Какие напитки? Пей воду! Чел, слышь, у меня тут есть запрещенная морковочка. Пастернак называется. Будешь, а? Если что, я никому не скажу. Ну давай попробуем. Ну чё ты? По пастернаку вкинемся, а? Все равно вдвоем пока никто не видит. Ну чё, давай, открывай рот, сейчас закину. Первый пошел. Блин, ну а вторая-то мне, наверное, да? Да ладно, мне не жалко, держи. Ну как? Ну как? О! Коробочка. Слушай, я никогда не пробовал скормить вот этим огромным слаймом коробку. Пойдем-ка затестим. Эй, туса слайм, смотри, что я тебе притарабанил. Сейчас мы тебе попробуем пульнуть в твой гигантский ратище коробочку. Лови. По-моему, он коробку съел, да? Блин. Все, что в ней было, он ее съел. Офигеть. Ладно, вот я тебе, короче, курицу еще притащил. Пастернака больше нет. Кушай, мой хорошенький. Расти большим. О, что там? Ёдрён батон! Ребята, вот этих ребят я заберу. Это тусовые слаймы. У меня таких еще не было, отлично. И сколько коробочек-то, какие новогодненькие, надо бы их подкрывать. Сейчас, вот так. А это у нас украшение, да?
Сейчас я их соберу. Так, ну что ж, приступим вскрывать коробочки, посмотрим, что у нас там интересненького. А, здесь у нас подарочки. Точнее, украшения. На дом будем вешать, да? Ну вот, собственно, вот такие вот игрулечки выпали. Снежиночки, вар и звездочки. Вот, о, о. А туса слаймов-то куда? Куда? Они же еще тусовочные. Блин, они уже не тусовочные, они обычные. Ой, тогда мы с тобой пойдем искать музыкального слайма. Где он у нас может быть? Конечно же, тоже в лесу, потому что это таинственно загадочный лес. Здесь может быть просто все, что ты захочешь, все, что угодно. Вот в этом месте, где деревья не растут, луна огроменных размеров чуть не свалился в воду. И грибы, как 23-этажные здания. Ну ладно, не 23-этажные, а огроменные домища. Где-то здесь по-любому должен обитать музыкальный слайм. Где же ты? Я слышу музыку интересную, но не вижу этого слайма. Где же он может быть? Может, наверху? Нету здесь мозаичного, или как он там, музыкального слайма, нашей музыкальненькой шкатулочки. Обидненько. Ладно, пойдем тогда искать в других местах. Да, ну где же этот слайм музыкальненький? Куда же ты пропал-то? О, вон, 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 тихо. Не спугни только. Смотри, вон он. Это мерцающий слайм. Давай попробуем к нему подойти поближе. Надеюсь, я его не спугну. Он прям реально так мерцает, переливается классно. Как мыльный пузырь, на самом деле, выглядит очень интересно. Ух ты, как он поет. Смотри, он поет и пузырится. С него маленькие такие пузырьки вылетают. Мерцающие. Ну, поет он, я тебе могу сказать, какой-то бургу на своем смайловском языке. Ну что ж, попробуем к нему подойти. А может быть, его покормить, я не знаю, там вон курицы были внизу. Сейчас, сейчас я здесь поищу что-нибудь. А то не гоже так с пустыми руками-то приходить. Чуваки, у вас есть что пожрать? Дайте я покормлю новенького мерцающего слайма. Он у вас здесь совсем недавно появился. О, как раз вот это возьму. Что это у нас, пугофрукт? Пойдет. Надеюсь, он есть такое. Сейчас. Дружище, лови! А, не ест такое. А если я ему петуха запущу? Может, он мясно... слышь, пугофрукт, верни! Котеич! Вот наглый перец. Утащил пугофрукт. Пугофрукт, верни. Спасибо. Вместе с пугофруктом забрал. Так. Курочку держи. Точнее, петуха. Не, не ест. А если мы его попробуем присосать... Так, чуваки, уйдите отсюда, не мешайте. У меня здесь очень опасная миссия. Опа, мерцающий слайм. И самое яркое когда-то становится мерцанием. Что происходит? О, красота какая, а. Сколько пузырей, смотри. И телепорт какой-то интересный. Так, чуваки, отойдите, пожалуйста. Ой, ну все, кошаков набежало-то сколько. Они прыгают по этим пузырикам и играет мелодия. Офигеть. Ну-ка, давай-ка запустим. Ты слышишь? Я могу играть мелодию слаймами. Офигенно. Так, надо побольше слаймов набрать. Блин, сколько здесь пузырей-то. Офигеть. Так, а если большого пульнем? Не, большим не интересно. Надо куча маленьких. Так, чуваки, идите сюда. Сейчас будем мелодию играть. Оп. Ну, музыкант из меня, конечно, не очень. Ну, что поделать. Так, ладненько. Давай-ка мы эти пузырики сейчас попробуем собрать. Отлично, перезвоны, это не пузырька, это перезвоны. Наполнить свой мир музыкой. Ну так вот, сейчас наполню. А, блин, мест нету. Капец, их здесь так много. Офигеть, дружище, не прыгай, пожалуйста, не нервируй мои уши. Они же все не влезут в мой карман, как мне их собрать-то все? Так, так. О, кстати, я сам, когда бегаю, тоже мелодию играю. Офигенно, а ну-ка вот сюда, если встану. Оп! Прикольно.
Вот эта мелодия. Так, слаймы, тихонечко помолчим. Сейчас маэстро сыграет музыкальное произведение. Итак? Это начало, не психуйте. Ну что, пошла жара, играем! Ну чё, как? Фуфлова, да, вы чё-то жопы повернулись ко мне. Ну я так и знал. Так, значит, а вот это телепорт нам на что? Дай-ка. О, так он домой возвращает. Отлично. Сейчас-то мы здесь тогда оставим эти музыкальные перезвоны. Так, я их немножечко опустил вниз. Пожалуйста, помолчим. Маэстро исполняет. Так, уйди, это не ты, маэстро, это я здесь, маэстро. Сдуйся. Так, поехали. Огонь! Огонь! Воу-воу, тихо-тихо, уже фанаты появились. Тихо, не прыгайте на меня, пожалуйста, дамочки. Сектор Клин, как говорится. Спасибо вам, мои слушатели-фанаты. Теперь я удаляюсь. Мне нужно помузицировать. Так. Отлично. А теперь мы вот здесь попробуем выложить мелодию. Не, не здесь, тут курица мешает. Давай сзади дома. Во, как раз отличное место. Не знаю, что за мелодия получится, но что-нибудь да получится. Какая-нибудь какофония. О, уже какой-то бумер получается. Продолжаем. Короче, ничего у меня не получилось. Не, если заморочиться, то можно интересную мелодию здесь сделать. Здесь есть все. До диезы, фа диезы, соль бемоли. Короче, здесь есть все ноты со всеми вытекающими, поэтому сморгать какую-нибудь узнаваемую мелодию вполне реально. Но у меня получилось что-то такое. Да, Фуфлова. Где-то в музыкальной школе плачет музыкант. Ой. Ну, в общем, сегодня получился вот такой вот выпуск. Я собрал все последние обновления в один выпуск, чтобы было более-менее как-то разнообразно и интересно. Если не жалко, то поставь лайкосик. Не забудь оставить комментосик под видосик. Ну и также подпишись на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе спасибо за просмотр. Также желаю тебе хороших выходных. И увидимся с тобой в следующем видосе. Чего? Каково? Вот это прощание. Эй, джедаич, а ну давай, сразись со мной. А! Сдаюсь.